Привет! Сегодня хочу поделиться с вами маленьким секретом, как приготовить вкусную густую молочную пенку для капучино или латте в домашних условиях без кофемашины. Смотрите, нам понадобится французский пресс, молоко и кофе. Я покажу, как готовить густую пенку, и также покажу, как можно сделать дома латте слоями с молоком и кофе. Для начала берем стакан французского пресса, вынимаем, наливаем молоко. Столько достаточно. Нагреваем молоко в микроволновке максимум 20 секунд. Я подогрела молоко, возвращаю чашу обратно и начинаем взбивать молоко. Я взбиваю молоко где-то 20-30 секунд максимум. Теперь переливаем молоко в чашку. Густая молочная пенка готова. Теперь кофе я уже заварила в гейзерной кофеварке. Наливаем в молоко кофе очень медленно и тонкой струйкой. У нас получилось замечательное латте, не хуже, чем в ресторане. Вот такой секрет взбивания молочной пенки мне подсказала моя подруга. Раньше я всегда взбивала молоко у кофемашины, но она занимает очень много места на кухне, и это намного дольше. Советую вам тоже попробовать такой способ, по-моему, очень красиво и очень удобно.